А зачем брать химика на трейдере, если ты можешь взять РНД на химике? И у тебя будет и химия, и мед. Это пиздец. И еще РНД, все, что хочешь. Ты себя там печатаешь на протолате. Mm-hmm. Хочешь желтый дефиб? Запечатал себе дефиб. Даже платить не надо. Хочешь его взломать? Пошел ураном, блядь, ебнул по нему. А прикинь, mm-hmm. у нас бы можно было подтягивать нахуй за расточительство. О, это было бы вообще видел, жестко. Типа, сломанный дефиб, блядь, у него желтый там. Все, нахуй, нахуй, расходы понес, блядь. Все, блядь, уволен. Уволен. Блядь, здорово, Тамик. Тульпочки с этой ученой, понял, так сорвать погоны, так. Закричал. Я сейчас хуяще еще одна нюка будет. Борс, там жесткий трек, он знает QC-QC, только на кухне. На кухне, и баре. Да. А еще у него есть какой-то... Какие у него там предметы есть у повара свои? Никаких. А, особенные? Да. Блять, а я и не помню. Там не точили ли камень какой-то пиздатый? Хуй его знает, кстати. Сейчас, момент... Угу. Тесак, у повара тесак. Какой-то пиздатый. Я так понял, рубит вообще пиздец. Я русский. Ну ладно, вот контрольный. Штирлиц на улице увидел голубя, но хлеба у него с собой не было. Придется есть без хлеба, подумал Штирлиц. Спасибо, я думал, что это будет про соси. У Барбера Антага, кстати, мега острые ножницы появляются. Да, я знаю, кстати, тоже тема. Бать, мне можно голову отъебать. А вот мне кажется, да, наверное. Здорово, Павлович. Да, сейчас только-только. 50 секунд до старта. Павлович, наш сербский друг, блядь. Нюка независимо от... Он из Сербии? Да ну нет, мы просто, блядь, когда в армию играли, кто-то его назвал, ты вроде назвал его первый, Павлович, блядь. Не, нихуя не я. Я зарофлил, я его Павлович назвал всегда. Нет. А кто-то его назвал Павлович. Вот и кто-то Павлович, типа, и... И я сказал, что он сербский. Да, типа, наш сербский друг, блядь. Павлович. С тех пор он Павлович. Скоро будет мой арт, его могут добавить. Да, конечно, скинешь мне, я скину Зизу. Я наоборот за, чтобы много было артов в главном меню, это ж круто. Станция очень обширная. Очень много там ситуаций. Ну, поехали. Ножницами Барбера горло режет жертве, а жертва пишет, что делать стрижку. А, ебать. Давай, 5 секунд осталось, 4. Mm-hmm. Давай, нюка, 3, еще 2, одна. Нюка. Бля, я бы сыграл сейчас на нюке еще раз. Сыграл бы на нюке, а сыграю... Не на нюке. Так, а я, блядь... А я этот, ассистент, но меня это устраивает. Можешь в гейт свалить. Пока не поздно. AI is activated. Hello, crew. Грег потлатый. Что не происходит, не только у нас бруто, но и 30 удушья. Вау. Я у художника еще 2 арта заказал, так что жди. Без проблем, старик, без проблем. Если вы хотите заказать арты, пацаны, вот есть у меня контакт художника, который рисовал эти арты. Вот сюда можете писать. Парень еще и денег заработает. Так что смелости прошу. Космос мы смотрел бы.
Мне тоже заявление надо будет. Оперативник Сенсуда, ваша задача простая, достать бомбу, вылить оттуда, начинайте задание. Пишет лапой за ухом. Если последователи раунда с... нет. Туда же? Еп. В гейт. Подвинься, кореш. Заполним документ. Это легко. Чего уставился? Что-то в компетенцию написал? Да так. А в современном мире основным определение требований компетенции выпускников как цели реализации образования служат рамки бла-бла-бла-бла-бла-бла. Международная национальная отраслевая сторона по универсальной видной деятельности, связывающая требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям. Работников разного уровня с профессиональной квалификацией, учитывая проводимую сегодня в нашей стране работу. Бля, на стране. Похуй. Скопировал нахуй и все. Нормально. Если капля спермы содержит больше жизни, чем капля крови, то почему вампирам не сосать хуй? Я не знаю, почему. Это сложный вопрос, брат. Да так симпатичный ты. Я промолчу. В одно место себе пожужжи. Слишком много нетрудоустроенных. Запрос ГП прибыть на свой пост. Мне кажется, Борг был должен быть все равно на это. Здравствуйте, мой добрый, дорогой экипаж, с вами говорит ваш патриарх Константин. Надеюсь, вы все верите в истинное космоправославие. Помните, значит, сегодня у нас будет молитва Богу угодная, буду всех ждать. А когда, одному Богу известно. Приветствую, экипаж, Лина Форстер, временно исполняю обязанности капитана, ассоциация 4, всем удачной смены. А вот оно как, у нас капитана нет. 70 человек, сука, ни одного капитана нету. Твою же мать. Я помню, на мэне очередь по 20 плюс людей, ждем по час с лишним. Классика. Водичка. Безвкусная, вкусная. Угу.
Макс, да, скорее всего, повар, я думаю. Сервис. Нет, а кто Максим? А ты на ком? Атмосферный техник. О, нихуя себе. Да не, он в инженерке. Ну вот же. Нет, пока не находится легат. Я пока не хочу. Бля, да что такое, ёбаный в рот. Да мим, ёпта. Подходит как-то Midnight Black к парню и говорит: «Я вампир, мне нужна твоя кровь». Парень отвечает: «Хорошо, только не убивай». Тогда Блэк говорит: «Снимай штаны». «А зачем?» «Я через трубочку люблю». Блять, старичок. Вы, мужики, выпустите с очереди. Сейчас мне надо отойти на пару минут, сейчас приду. Как раз там все рассосется, сейчас приду. Так, блять, там очередь, наверное, не рассосалась еще нихуя. А мог бы мой тикет быть.
Вид сверху или изометрический? Про гейт писали. А что писали? Кто еще в гейт? Я не слышал же этого. Скажите, что умеете. А можно поготовить? Нет. Да твою же мать. Да твою же мать. Вот именно поэтому я не хочу брать Эстоса. Да, ну, забавно же, камон. Весело. Грёбаное дерьмо. Грёбаное дерьмо. Так, подходит как-то Минет Блэк к парню и говорит: я вампир, мне нужна твоя кровь. Парень отвечает: хорошо, только не бывает. Тогда Блэк говорит: снимай штаны, а зачем? Я через трубочку люблю, блядь. Бля, пиздец, старик. Тебе надо нахуй стендап идти, мне кажется. Тебе умирает какой-то молодой стендапер. Сколько тебе лет, Артём? Здорово, фолловер. А чё расстановочка? Играем в станцию, чилим. Отлично. С кайфом. Чучело, думаю, забрать не надо. Так это ты, Оксиген? А почему ты представляешься Гуапо? Вообще, Сена, вообще не обязательно стать очень шагать, просто надо идти в отдел и помогать напрямую. Временный доступ через консольность не выдать могу. Да, я знаю. Я про это знал. Только где его выдавать на стенах, я хуй его знает. Но я знал, что типа ассистухам не обязательно идти и куда-то прям устраиваться. На ассистент, на то и ассистент, чтобы помогать каким-то отделам. Здорово, Азис, привет. Ебать, что за трек? Это Hell's Bells AC/DC. Почему ГП принимает без тикета? Ну, это же не Нормандия. Нормандия пал. Самого тикета теперь нету, так что да. У меня был 10-й. 10-й тикет был моим. Эх. Джеймс Молотов, Серый Вульф. Ну, все чильно. У нас чел случайно попал на чиф инженера, а он вообще не знает ничего. Но ничего критичного, понял. Угу. Так,
Мы с типом быстренько прошлись, говорим, шеф, что ж вы напились-то так, понял? Питбол, блядь. Заебашили Теслу, настроили, все, с кайфом. Можно играть. Из мира сетки, там сразу, который день додосит постоянно. Так, есть к тебе достаточно. Вопрос. Давай. А ты не знаешь, как типа, где мне брать ресурсы на ремонт стен там? Они из печки стен? В карго, не? Думаешь, а тут у меня, думаешь, доступ есть туда? Ну конечно, там же вход у тебя должен быть. Ну попробуй оттуда. Мне кажется, оттуда берется. А, вижу, ты пришел уже. Да, ты прав, да, берется. Угу. Я русский. Вам не умирает молодой хот-дог. Всем хорошего ужина, мужички. Самурай, когда провинился, делает себе харакири. Грузинский самурай, когда провинился, делает себе хачапури. Спасибо за сотку. Бля, я бы сейчас тоже хот-дог бы съел. Тикет? У меня был 10-й. Меня не пустили. Я же говорю, молодой стендапер, блядь, умирает, а не хот-дог. Он жмёт мне на губку. А, чего? Ого! Нас тоже пытались додосить, но безуспешно. Мне больше понравился, нас начальник, мы Теслу запустили, спрашивает, типа, так, ребят, отлично, бля, фух, только начинается, что дальше? И мы такие, типа, ну что, бухать, блядь, дальше, типа, все, свет дали. Больше никаких, вроде как, проблем нет. Официальная рассылка от Мима, ваши подчиненные в бегах. Вы мне тут. Написали книгу. Книгу? О, нет, это не книга. Это всего лишь список. Но все не по делу. Я же говорю. Это в общем и целом. А ты знаешь, какой трейдерский айтем есть у атмосферника? Да, я тебе про него рассказывал. Это костюм, это пиздец. Да. Такой, ползать позволяет. Это жестко. Угу. Скоро ты в этом убедишься. А, я в гейт ухожу. Так что. Ты умираешь, пока не ползаешь. Лучше, да, по делу. Ёбаный в рот, блять. Ладно. А то я делал его, пополз, чуть не сдох.
Бейзит. Ты читаешь рэп? Нет. Да, пока устроюсь, уже раунд закончится, блядь. Это правда. Полчаса стоим в очереди. Мужики, кто никогда не писал курсач по маркетингу про IT-образование, как экспириенс? Ты можешь написать там про хачапури, блядь. Я думаю, оценят. По полной, так сказать. Хачапури у Лени найти. Бля, мы когда у Мишани были, ебать, предпоследний вечер, я такой вкусный хачапури съел. Прям только с печки, понимаете? Вот прям только с печки. Это была просто пушка. Пушечная. Почему посуду сегодня помыл Мишани? Так, а мы же с доставки хавали там. Ну, там какая посуда? Пару стаканов? А что, Мишани нажаловался, что ли? Ну, в последние дни мне плохо было, типа... Прям очень. Да. Бывает, что поделать. Мне теперь стыдно. Я русский. А ты знал, что если в хачапури по-аджарски в сыр макать не тесто, а хуй, выйдет прикольно? Нет, я не знал, старик. Впервые слышу об этом. А у тебя опыт был? Спасибо еще за сотку. Твою мать, ну это смешно. Слушай, мне кажется, горячо будет, наверное. А если он только из печи? Горячевато будет, нет? Обожжешься. Так что я подумал. Подумал бы немножко. Ну так, блять, температура тела человека 36,6 градусов, если он в порядке. Температура горячего хачапури, наверное, градусов 50 или 55. Может быть, даже 58 или 59. Вы обожжетесь. Ой, бля, грипп, это ужасно. Блять. Я горячий парень с огоньком. А начинка-то какая будет? Температура плавления стали более 1000 градусов. Смехаешь? То есть член должен быть стальной? Кивает. Кивает. И еще раз кивает.
Yes. Yes. Ого, вы мастер. Кивает. Кунг-фу. Было, было. Кокс оф айрон. Ого. Расцветка появилась новая. Блять, там еще оружие сейчас получает 2000 лет. А это SE. Это SE. Был чабан, и нет чабана. Вы любите маргариту? Как пиццу? Гейт-набор закрыт. Я русский. Работаю поваром в грузинском ресторанчике. Пару раз пробовал так делать. Ни разу блюдо не возвращали. За тебя хороший стендапер, а еще хороший пиздун. Давай назовем тебя так. Спасибо еще за сотку. Бери два. Аек, пожалуйста. Лицензия? А надо, да? Блять, какая же душнина. В бриге получите. Грёбаное дерьмо. Хороший пиздун тот, которого не раскрывали. Да, это правда. Объективно говоря, вряд ли кто-то придет по вкусу такой хачапури. Бля, ну там будет след на сыре, ребята. Думайте более объективно. Если вы не можете почувствовать это вкусом, вы же по внешнему виду поймете. Там же сыр, блядь. И яичко. И желточек, ну... Вот другое дело засунуть во французский хот-дог, типа, там точно никто ничего не поймет. Тоже за лицензией. Да, но я уже думаю пойти без нее. Возьму себе палку и пойду в гейт. Так и сделаю. Вряд ли я теперь когда-нибудь буду есть хачапури, блять. Ну, чел, ну так же можно про любое, типа, подумать. Почитай какие-нибудь, блядь, интересные пасточки. Слурка, да, там, про еду. И что с ним можно делать. Приходит студент к профессору по математике и говорит: мне не получается чистить гартик. Может, машину беру, но он говорит: давай, начинай с оси, блядь.
Там уже ушли, ребята. Привет. Что тут? Привет снова, ты получил оружие? Да ничего, безопасно. Ну это хорошо. Тут уже все вскрыто. Здесь у нас огромная станция. А вдумайте, почему шаурма по форме рождения напоминает мужской фонарик? Бля, ну она же просто закручена в лепешку. Ну что сказать? Я хочу найти оружие. Нужны инструменты. Точно, я, блядь, инструменты не взял. Любимая, какая твоя любимая тема математики была у Курт Кобейна? У него дроби. А, блядь, так мы же тут были. Тут статуя. Тут похоже на... А, нет, это не здесь. Там еще один ножик. Бля, какие мы темы с вами обсуждаем? Какой ужас. Лучше в станцию просто играли. Это я начал? Это, блядь, стендапер наш начал. Это я, это не я начал, это стендапер начал. Спасибо. Нож пригодится. Так как что, я в гей собрался без нихуя. Я думал, может тут что-то найдем. Это изгейт. У тебя есть? Инструменты есть? Есть, есть перчатки? Нету. Нужно инженерку открыть. Ладно, без них. Давай. На станции обнаружен вредоносный грибок. Только где она? А там что? Фонарик нужен. Зажигалка есть. Это полигон обычный. Там полигон. Так, здесь science. Надо искать инженерку. Наверное, вот сюда, я так думаю. Угу. Вот. Yes.
Ну вот попал ты в гетти на пучу станцию голышом, более всего, да? В гетти без связи не суется, это важнее, чем оружие. Да я понимаю. Но предчувствие меня не подвело. Что здесь будет безопасно. Так что... можно не париться. Он хочет разварить стены. Теперь ломом. Лом. Вари, брат. Джига, блядь, палец жжет. Я хотя я вроде в костюме. Я русский. Ладно, мужики, держите трус, стари. Как-то раз пьяный в говно в клубе. Пошел пасать в сортир. И короче, какая оказия, прикиньте, пасов обнаружил. Что забыл достать хуй? У меня все. Че, смотрите, какой, блядь, джентльмен. Говорит, оказия. Не пиздец, а оказия. Твою ж мать. Неплох, старик. Спасибо большое еще за сотку. Оказия. Ну да, это по-настоящему оказия, это правда. Ничего. Давай дальше. А нахуй мне эти мизонки? Ну нахуй не залезь. Ну вот эти перчатки неплохие. Глазам плохо. Может ты? С ума можешь сойти. Курьез, да, курьез. Как говорил следователь, ученый просто человек, глазам плохо, вы же гений без очков арестины. Ну, в теории... ебать. Блять, чувак, открой нахуй. Открой нам. Заебись, ёпта. Доступа нет. Развали эту штуку. Или вот эту можно. Сейчас. А где тут дормы? Возможно, в комнатушках, кстати, есть. Или нет. Бля, геттеры как падальщики, они куда прибывают, они просто все забирают там себе. Такие, блин. Только сварка. СБшный шкаф. GPS-ы. Здесь точно нихуя не будет. Инструменты? Not bad. Да, ломают все, еще и дохнут. Реально падальщики.
Так, они туда попали как-то. Да? Да. Он забрал Риги. Печка. Две рабочие. Рабочие, конечно. Молоко есть. Кирочка. Это не мародерство, если владельцы не НТ. Это правда. Гейтер, типа, как сталкеры, шарится по заброшкам, все пиздит, что не прикручен. Да, 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 да. Да отсюда можно ливать, типа, ну, тут ничего такого нету. Куда мы в следующий пойдем отдел устраиваться? Только где выход? В роба? А я... разве смогу вскрыть шкаф? Ну, мне же нужен мультитул еще. И отвертка. Осталось только мультитул найти. Я, кстати, тут в первый раз. Такого я еще не видел. Твою ж мать. И мы вышли с самого начала. Надо найти выход. Вот, кстати, я сколько раз думал, да, вот если вампиром играть и брать антага именно гейтера. На самом деле это ж очень удобно. Типов просто закидываешь гейт и спокойно нахуй с ними разделываешься, сосешь их и похуй. Ну правда же. Так я знаю, что люди так делают, я сам так делал когда-то очень давно. Проблема в том, смогу ли я выйти нахуй отсюда. Такое ощущение, что нет. Да, можно кирку взять у печки и похуярить киркой. Вот вам будет Майнкрафт. И пробить себе путь. Говорят, справа сверху. И там уже мизонки можно взять. Так, сейчас. Мизонками уже пойдет дело. Там типочки просто съебались куда-то, а я даже не знаю, где они. Мизонсканер. У меня такой же тулбокс. Кирка. А где мизонки? Что-то я их не вижу. Где они? Обычная газовая маска.
Похоже, их тут реально нету. Ну пошли. Я еще направо не ходил вот здесь. И я туда не за... Я зайду туда. Дальше я не зайду. Тоже СБшный шкафчик. Долго. Воздух можно не тратить пока. А вот кирочкой стекло же можно въебнуть, да? Вот оно трескается уже. Так, и теперь говорят вправо и наверх. Ну давай копать, блядь. Бля, мужики, долгая работа. Ушел Гейтер в гейт и заблудился. А можно сразу по три хуярить? А какой смысл, если мне буриться надо? Угу. Я нашел золото. Я богат. Хватит ли мне кислорода? Должно хватить. Там есть оксигена, если что еще. Тут, правда, буриться надо очень долго. Вот в чем проблема. Казалось бы, при чем тут шахтер? Ну докуда-то я должен дойти. Идем вглубь, короче, копаем. Прям как пеплоходцы на лаве. Я должен во что-то упереться. Блять, типы еще меня забыли. Чтобы выход найти, он где-то здесь. Я видел его на камерах. Шаблонные, конечно же, все. Прыгаем сначала прямо шлюзом вверх и лево, там пространство будет. Нормально, работаем. Станция 13, гейт, работаем. Помогите! Вы, мужики, смотрели фильм «Робинзон»? Я копаю. Я копаю на выход. Я уперся. Значит, теперь нужно копать наверх, ребята. Надо немножко отойти и копаться наверх теперь. Копатель онлайн. Давайте, ребята, доброй ночи. Уебать, уже час. Охренеть. Как быстро летит время.
Да не, нормально, я сам. Если мне суждено умереть здесь, я умру здесь. Привет, это Тирали, что за мод? Ребят, мод называется Space Station 13. Камни. Я вижу только камни. Каждый день камни и больше ничего, кроме камней. Я так устал, мама. Я хочу домой. У самурая нет цели, у него есть только путь. А у грузинского самурая тоже есть путь. К чему-то мы скоро придем. Я люблю грузинскую кухню, кстати. Очень-очень люблю. Я вообще. Мне кажется, если бы мне предложили питаться всю жизнь только ей, я бы согласился. Вать, куда копаешься? Выход пытаюсь найти, Алькор. Рандомно. Тыкаю. А может, найду что-то интересное? Я русский. Решила бабка уйти из жизни, звонит врачу своему и спрашивает, как лучше уйти. Ну, выстрел в сердце, а где оно? 2 сантиметра вниз от левого соска, пришла бабка к врачу с простреленной ногой. Спасибо еще за 100. Уходим влево, мужики. Я русский. Простите за эту дебильную шутку. Старик, у меня такой к тебе вопрос. А до этого, то есть, шутки были высокоморальные, высокоинтеллектуальные, правда? Ну, там про бар, блядь, и как ты штаны себе поссал. Или про... про... некоторые действия с хачапури. До монолита идем, мужики, идем. Да, конечно. Спасибо большое, спасибо за 100 еще. Спасибо. Так, не шутки были до этого. Реально, блять. А до этого были не шутки. А сущая правда. Твою ж мать, старина, ебать у тебя жизнь, конечно. Я бы, конечно, не сказал, что я завидую. Подождите, а тут я могу внутрь копать? А это просто один раз копнуть в землю и все. Доброй ночи, Панургин, давай. Как найти вики по SS13 серверу? SS220 в поисковике. В поисковике. Сущая правда. Ебать, мужики, синий код только сейчас. Охренеть. Я русский. Так, Янта была не шутка. Я правда пасал в штаны. Но как проворно и ловко я это сделал. Я ведь был уверен, что ссю в писсуар. Но реальность чертовка такая. Насало мне в штаны. Окей, спасибо еще за 100. А... смотри, ну даже если так случилось, ты потом выходишь к людям, блять, а у тебя все мокрое. Пизда. Подожди, а как оно должно взорваться? А, оно уже взорвалось, я просто не слышал. Так, мужики, я копал куда-то не туда все это время. Устроился вроде гейтером, приходил шахтер. Так, мужички, это все хуйня.
Мы копаем. Блять, подождите, я видел мемы, где чел такой типа копает, копает, потом перестает копать, но за его границей было золото. Идущий всегда осилит дорогу. Тем, кто идет, всегда маячит, блять, далеке-далеке маяк. Поэтому я буду копать дальше, нахуй. Скучный раунд, Аники спасают. Каждый раунд в станции чем-то хорош, смотря как на это посмотреть. Да, я знаю, но мизонок у меня нету, к сожалению. Как с поиском годной порнухи. Так а зачем, зачем извиваться, если можно зайти просто топ, просто в топ, в топ-чарты и все. Там обычно годнота одна. Кирка бессмертная вроде, да. В топе как в трендах Ютуба. Блять, я дойду. Я дойду, сука, я дойду. Копай, блять. Тренды Твича таких нету. Таких нету, есть только главное. Топы уже замозолили, смотреть нечего. Не может быть. Не верю. А как найти то самое порно, которое ты смотрел 10 лет назад, только сейчас вспомнил о нем? Бля, это сложно. Бля, я даже не знаю, 10 лет назад, блять. Мне было 14, ну да, я уже смотрел порнуху в это время. Я даже не могу вспомнить. Представляете, я даже не помню. На месте маппера ты поставил гейт в камень? Нет, конечно, но я знаю, там где-то проход. Тайная тропа, блять. Главное не ссать, пацаны. До чего-то докопаемся. До истины. 20 лет назад? Нет, я не смогу представить. Мне 24 года. Я молод. Я русский. Ну как я вышел к людям? Ну логично. А босыны я вышел к людям. С пьяных ведь спросу нет. Я потом еще полчаса общался со столбиком в МакАвто, пытаясь доказать, что я Ford Focus 2 поколения. Нихуёво, кстати, второе поколение, второй рестайлинг. 2008-2011, кажется, если я не ошибаюсь. Хорошая машина. Довольно бюджетный сегмент, если так посудить. А если еще и на механике найти, твою ж мать. И двигатель 1.6. Ебать его в рот. А нет, лучше 2.0 атмосфера. Ты чё, блять, это вообще мечта таксиста, нахуй. Тебе, блять, любой таксист за это член отсосёт. Спасибо за 100 еще. Давай, я уже, блять, меня уже начинает это триггерить. Ну мы копаем, копаем. Не понял нахуй доната вообще. Вообще не выкупил.
Да ладно, хуй с ним. Вы посмотрите, я тут целые тропы прокопал. Да. Я как тот самый тип из мемов, который не дошел до конца. Я русский. Просто спрошу, ну мало ли, вы никогда не игрались с пенисом, как будто это коробка передач, или рычаг подъемного крана, ну мало ли, это довольно весело и бодрит с утра. Бля, старичок, это пиздец, спасибо за 100. Знаешь, рычаг подъемного крана выглядит... Ну, блять, ну ладно, хуй с ним. Блядь, нет, я не могу больше, меня это уже злить начинает. Все, я устал. Воздуха вроде хватает. У меня еще одвашка есть обычная. Это гейт, но, блядь, это гейт проклятый. Так, а теперь главное найти выход. Ну ладно, мне нужно идти тупо по прямой, потому что я копал по прямой. Вот здесь. Просто идти прямо. Вот здесь. Потом мне нужно будет идти вниз и налево. Вот здесь вниз. Да, из меня хренул Майнкрафтер, это правда. Теперь налево. До конца. Так, откуда здесь копать, блядь? Наверх? Может быть, где-то здесь? Подождите. Смотрите, а если я буду вдоль станции просто хуярить? А ну стой, блядь. Тише. Она должна куда-то меня привести. Чат читать, что там? Вот, смотрите, мужики, тише, тише. Вот тут гейт, вот он здесь. Он здесь. А ведь вы были так близко, блять. Я слышал голос в голове. Кто? Кто это сказал? Кто это пизданул? Я же не сошел с ума? Нет, этого не может быть. Мне просто кажется. Подписали рапорт на отпуск. Должен был уйти 8 марта. Рад как ребенок. Ого, поздравляю, старик. ДСБ. Знакомый никнейм. Рапорт на отпуск. Так, подождите. Ничего страшного, в следующий раз повезет. Да кто это говорит? Кто мяукает? Ладно. Я вернусь. Пошли копать дальше, блядь, на то место. Здесь гейт, вот здесь он, вот здесь. Я знаю, что он здесь. Прорубим себе местность. Вы видели? Эй! Эй!
Блять, я слышал, там чел какой-то показал. Там кто-то есть, блять. Чуваки, я походу... Эй! Помогите, блядь! Я нашел людей! Типочки, блядь, ну откройте, ёпта! Я не один! Ебать! Как же я рад! Я думал, что все. Не. А мы перчатки добиваем. Ребята. Ребята, меня хотят убить. Они знают. Кто? Они. Они там, в камне. Кто они? Они там, в камне. Они, их много. Они говорили со мной. Давайте уйдем отсюда. Ай, блядь. Нет. Не беги в камни. Они хотят убить. Инструменты. Я потерял их. Все окей. Нет. Они там, в камне. Можете... Но не ходите туда. Они и вас достанут. Что? Какой шепот в голове? Я ничего не слышал. Ебать, тут мизонки? Слышали? Они тут. Они в камнях. Они в камнях. Охуеть. Ага, я вам не врал. Я остался один. Надолго. Я копал. Копал, что было силы. Я слышал их. Они уже тут. Нам нужно уходить. Или они нас достанут. И знаете, что тогда? Они нас убьют. Превратят в камни. Вскрой шкаф, блять. Вскрывай шкаф. Вот, что это? Ты что-то видел? Что ты видел? Бля, охуенно, я хочу, чтобы это продолжалось. Что за кровяной червь? Червь? Нет, это камни. Они живые. Блять. Ай, блять. Долбанный ток. Бля, у меня вроде бы... А, нет, хуйня у меня это. У меня обрезанные перчи. Все, сука, не пролезет. Твою мать. Твою же...
Я знал, что они придут. Не вылазь, блять. Открывайте окно, ломайте. Бегите в камни. Что делать будем? Бегите в камни. Сперва вам надо на север. Бля, ну вот что-то трансформируется огромное. Вам нужно на север. Слушай, послушайте меня, блядь. Послушайте меня. Ебать, а это кто? Нала. Эксплорер. Ты кто? Ух. Что за дрянь? Это похоже на какого-то Венома, реально. Нала, ебашь ее. Нет, не убивайте их. Не злите камни. Не надо. Пиздаем. Прости. Нет, не зли их. Остановись. Их множество. Бежим. Я знаю. Я знаю, где выход. Нам нужно в камни. Зря ты это сделал. Думаете, хотите взорвать? Ладно, огнемет. Нормальная тема. Бери огнетушитель. Да, меня этот трик устроит. Они убьют нас. Ну погнали нахуй. Твою ж мать, блядь. Идиот. Я же говорил, они убьют нас. Thank you.
Бля, ебать ожогов. Сварку дайте. Нужна медицина. Ебать, ну что, как у тебя раунд? Ой, нормально, нормально, у нас тут гетти, пиздец. Я уже успел, блядь, проникнуть в хранилище, вскрыть сейф, нахуй. А скрипать. Ты трейдер, что ли? Ну, блядь, нет, просто так, нахуй, на атмосферной технике, блядь, играю. Пиздец, чертежи, блядь, и съебаться. Никто даже не заметил. Зато если бы я стримил, блядь, если бы я да. Чел, я бы только в техах начал стену снимать, блядь, у Кремля. Да, да. Сразу бы пиздец начался. Это правда. А ты в гете живой еще? Вы обычно быстро умираете. Да, да, живой. Там интересненько. А, блять, мы тут на какую-то хуйню напоролись, блять, не знаем, что там админы что-то помогают контент делать. Но интересно. Единственная была предъява ко мне, это что, типа, ебать, а что ты без карты ходишь? А-а-а. Я такой, типа, ладно, вот, на. Хожу в хардсюте, неизвестный, всем похуй, блядь. Скрываю стену, захожу, всем похуй. Наверное, мне, знаешь, что повезло, потому что атмосферные тревоги. Ну, я атмосферный техник. Тревога пришла мне, что там вакуум ебашит. Ой, блядь. Пока свежее. А, все, я в порядке. А четвертый, я не знаю, где он. Камни, камни. Они звали меня. Много видела. Ты веришь мне? Нала ничего не слышала. Пару тварей этих убила. Это камни. Знаешь, у тебя есть чем копать? Кроме кирки. Можешь одолжить мне? Я иду за камнями. Они сказали, я был близок. Нет, это хуйня. Нужно идти дальше. А нахуй мне кирка? Теперь-то. Бля, жалко, этот нож нельзя повесить сюда. Так, теперь сюда. А, теперь сюда, воздух. Перейдем к камням. Не сюда, наверх. Где-то мой проходик тут, вот он. Я иду. Привет, Дан. Нет, я не Антак. Я простой гейтер. Прислушивается к камням.
Нет, второй раунд уже. Они молчат. Надо просто идти копать. Не, Максим живой вроде. Все взял уже, как он сказал. Может, я докопаю как до какого-нибудь зла, блядь. Как гномы из Мории. Ебать. Охуеть, это чё, это Лаваленд? Что? Да я вижу, что там буря. Она же закончится скоро. Я вижу. Блять! О боже. Не взорвалось? Взорвалось. Смотрите, тут какая-то зона. 51, блять. Я хочу в Рипли залезть. Всё, буря кончилась. Теперь у меня есть Рипли. Шахтер. Он копал. Я что-то видел. Тут везде буря. Буря. Надо свет включить. Так. Камни. Я расчищу путь. Ебать. Я этого не видел. Перс этого не видел. Вы свободны. Твою, я этого не видел. Кто здесь? Наверное, это просто ветер. Вы свободны. Я освободил вас. Так, подождите, как включить бур? А вот и квипа. Плазмокатор. Ой, блять. Ну это полезная вещь, кстати. Но почему-то она не работает. Взломись древнему дракону или умри. Что сделать? Кто это сказал? Ебать. А взмолись. Что мне сделать? Что мне сделать? О, древний. Я спас тебя. Каменный бог. I see pray. Молюсь древнему.
Ибо в камнях я слышал зов. И сейчас я готов понести великую службу великому богу. Но какому? Я же даже не знаю, как он выглядит. Ебать, что это? Драгонформ. Ебать, а вот и камни, ребятки. Ебать, а вот и камни. Охуеть. Я теперь всемогущий. Так, надо на Рипли сесть, так быстрее будет. Бля, это... Damage level critical, это плохо. А, так он у меня такой. Ебать, тут столько руды на самом деле. Сюда шахтера загнать нахуй на добычу. Сказать, ребятки, добывайте. Не север дракона, но помню, кто-то есть. А могу ли я использовать это в злых целях? Типа... Если бы вы могли превращаться в дракона, пацаны, вы бы, блядь... Что бы делали первым делом? Захватить власть на станции? Бля, я думал, я могу двери прошибать. А я, наверное, их могу прошибать. Ну-ка. А, они открываются. Бля, это жестко. Ой, я получил ебало стеклом. Харм, это атака. Здорово, приятель. Привет, спасибо большое, старик, тебе за подарочную подписку. Благодарю. Ну, двери, блядь, разлетаются, ну... А вот и гетик. Thank you.
Вот уж повезло, так повезло. Бля, я еще огнедышащий, я ломаю все, что могу. Ну, Зидай, спасибо тебе еще за большую, за подарочную подписку огромное. Я не могу помолиться. Я хочу знать, что мне делать. Вот, блин, еще одно немое полено. Ну, Седай, спасибо тебе еще за одну подарочную подписку. Спасибо большое, старичок. Скажи мне, что мне делать? О, пицца. Пицца, это вкусно. Бармен стал киборгом нахуй. А котик-то зеленый, кого хуя по техам бегаете? А кот какой? А у нас вызов. 1-1. Неси веру древних людям. Ладно. Сообщили ГСБ. Я в церковь иду, да. Ого, бару круто сделали, кстати. Весьма стильно. Вы должны поверить в камни. Ну, Седай, спасибо тебе большое. 5 месяцев уже с нами. Благодарю тебя, старик. А где святой отец, блядь? Железяка жила. Святой отец, вы где? Есть вообще на станции? Никакого восстания. Ладно, я посижу драконом побуду. Ну, Седай, спасибо тебе еще за одну подписочку. Спасибо. А я могу говорить? Вы. Кто огнем из церкви дышит? Там, РНДшник. Дракон, блядь. По любасу. Ха-ха. Собираю крестовый поход на дракона. Дракон? В
вы должны подчиниться. Реально, дракон. Так повезло, так повезло. Боже, ну Седай, спасибо тебе большое, блин, за расстрельчик. Пятый уже. Боже, это ты? Да, это я. Уверуйте в силу камня. Чё-то я не понял. Я думал, это какой-то дурак. Нормально. Набью ему ебало. Получу лавры. А тут реально дракон. На колени. Я на это не подписывался. На колени. Не понимаю тебя. Стой. Нихуя себе. Я не понимаю твоего языка. На колени. Теперь понятно, блядь. Идем, ну его нахуй. Или останешься. Знаешь? В облике дракона. Вы должны поверить в камни и все такое. Если не поверите, мне придется заговорить на другом языке. Я могу поверить. Мужик-дракон, почему мужик? Но не на коленях, я что? Что я? Услышьте зов камня. И посмотрите на мою силу. Внимательнее. Ебать. Я ж тебе говорил, блять. Ну, здравствуй, моя шиза. Ебать, там у уборщика прилетело. Ай-яй-яй. А имя есть у тебя? Да. Походу я ебанулся. Может он Жорик? Блять, я не хотел. Ай, блять. Бля, я думал, я не буду. Осторожнее. ЛГМ больше. Понял, блять. Не вреди экипажу, точнее тем, кто не вредит тебе. А ты издеваешься. Да ты издеваешься, да? Я дракон. Я могу делать то, что захочу. Зачем тебе делать мне больно? Так. Ну, во-первых. Твоя сигарета теперь моя. Во-вторых, вы должны подчиниться камню. Так что давайте-ка
Давайте-ка, ребятки, помолимся. Бля, такой чил, ты живой еще? Да, да, я, блядь, получил тут власть нахуй. Которая не снилась твоему отцу. Вообще пиздец. Помолитесь камню. А пластил это плазма и айрон элой? А я честно не знаю. Товарищ Блэк. Я все знаю. Че? Да. Вы действительно становитесь драконом? Нет, это шутка. Ребята, молитесь, молитесь камню. Если кто-то пострадает, будут другие разговоры, дружище. Я бы не советовал. Бля, такой чил, когда делаешь в первый час цельку, блять, а дальше просто сидишь, пердишь. На, подержи мою сишку. Тебе спасибо, Мунь, за стримы. Они спасают меня. Последнее время ебано все. В апреле неожиданно умерла любимая бабуля, а я даже не смог ответить на ее последний звонок. Очень как-то грустно. Старик, не парься. Понимаю, что трудно, но нужно дальше как-то жить. Расслабься, давайте сейчас просто расслабимся. Спасибо тебе огромное за донат. А в чем заключается смысл камня? В том, что они живые. Смотрите. Я уверовал и получил это. Ага. Ебать. Ну что, дружок? Другие разговоры? Это что за нахуй? Он там штаны не накакал, блять? Если пострадает кто-то на станции, простите, я не контролирую это. ГСБ, я не могу контролировать. Прошу вас, подчинитесь. Мужика разорвало нахуй. Это не шутки. И все мимо клоуна. Вот он я. Закуйте меня в наручники. Я сдаюсь. Не, ну а хули он выебывается, когда человек превращается в дракона при нем? Я тоже про это же. Если что-то случится на станции, потом пук нахуй разорвало, блять. Ну надо, но это мне нужно было сделать, блять. Господи боже. Что это за срань такая? Только не в блевоту. Нет. Тут блевота.
Надо было, чтобы чел тут лежа написал соси. Что за бред? Я дракон. Вернее, я верую в камень. Я не хочу вам показывать. Так, стоп, одну минуту. Запись включи. Окей, окей. Наручники, кстати, бесполезны. Меня зовут Midnight Black. Я исследователь. Я исследователь Гейта. Мне 30 лет. Мы отправились в экспедицию. И там я кое-что нашел. Я заблудился. Долго копал среди груды камней. И услышал зов. Ответил на него. Они направили меня. Я уверовал в них. Они превратили меня в дракона. И они сказали, чтобы остальные тоже поверили. Кэпа украли. О, ебать. Я не вижу этого. Типа, ну, я же спиной сижу. Знаешь что? Я ненавижу культ. Что ты ненавидишь? Бля, при всем уважении. Да, я в курсе, что они меня не понимают. Смотрит с ужасом на дракона. Развяжите меня. О, ну слушай. Все еще в наручниках. Наручники на дракона? Он убил кого-то? Бумера, ИГСБ. Зачем? Он не боится нас. Бумер. Он не верит. Он заплатил. И остальные заплатят. Ты завалил? Не я. Он. Нас тут типа двое. Понимаешь, да? Ты. Ты, блядь, как в том мультике. Рыцарь драконий. Ты тише, тише. Не буди во мне его. Понежней. Поласковее. А то твой друг, он, ты знаешь, языкастый был. И где он теперь? Правильно, он в камне. Давай выйдем на Лавалэнд. Ты, я. Я с Крашером, а... А давай.
Блять, ну она ж сама нарвается. Ладно. Все, все. Ладно. Рычит возле лица. Беру слова обратно. Отворачивает лицо в бок. Все, все. Ты сучка. Все равно не поймет. Еще раз. Я откушу твою голову. Ну, на драконе же это звучит как-то по-другому. Я не понимаю, что ты говоришь, но... Смотрит на... Доминатор в руке. Смеется. Ну да. Так. Смешное оружие. Слушай. Тихонько спиной вышел. Развяжите меня. Я не опасен. Девятнадцать лет службы. Вот давай... Ты не будешь. Я не вижу, кто со мной говорит. Ну давай ты не будешь нервничать. Сигаретку, пожалуйста. А то знаете, когда он дышит огнем, хочется курить. Закинул ноги на стол. Есть сигарета, блядь. Ты прям как Халк, типа, ну я так подумал, что можно так отыгрывать. Что значит там у вас? Камень, да. Вам камень по голове стукнул? Нет. О, они даже закурили. Затянулся. Выдохнул. Уф, неплохо. Слушай. Так вот, насчет камней. Это ребята серьезные. Не стоит скрывать эту тему. Вы еще молодые. Шутливые. Не надо туда лезть. Эта лодочка не для того, чтобы ее раскачивать. Сними лог. А? В чем дело? Старик, ты прости его. Он не хотел. Ебать. А все, что ему нужно, если ты меня сейчас схаваешь, чтобы вы в камень поверили, поклонились там. И он уйдет. Или нет? Бля, сейчас бы колбасы сыр копченый. Я не проповедник. Так я типа проповедник. Такой эдакий каменный Иисус. А это откуда тут? Открой. Откуда это здесь? Хер его знает. Они враждебны.
Это множество. Ну, типа, смотри, чел удали силу, нихуя не понимает. Пока он был там, там было воздействие. А здесь, типа, ну, здесь его как бы, его нет, и я просто не, как персонаж просто не понимаю. Да я откуда знаю? Ты трогала это? Нет, не прикасайся. А у меня, да, ребята, я же на севере живу. У меня уже скоро солнце встанет, если все будет ок. У меня светло уже, да. Скоро совсем темнеть перестанет. Так что в итоге? Поверь в камень. Не вырывался. Верю, верю, не веришь. Ты услышишь голос. Зов. Бро в форме дракона, нажать Alt-клик по дальней клетке. А что будет? Дракон. Нет, нет. Я Midnight. Дракон, это не я. Вернее, мы с тобой разберемся. Но позже. Ну ладно. Ох, черт. Сигара. Бегите. Альт-клик. Нет, нифига. А нет, смотри, я взлетаю, реально. Блять! Ебать, ничего себе, блять. Да нахуй ты в меня стреляешь? Чувак. Да блять, ну что за хуйня? Я же не хотел. Я же не... Твою же мать. Боже, как больно. Как же больно. Да не, нормально, поживу еще. Пиздец, кровище. Нога болит. В мед. Ты ГСБ-лище. С какого-то города? Я из Усинской республики, Коми. Ничего не вижу. Ну, суники, кстати, дракон быстро разбирается, на самом деле. Бля, собрать получится камни звучит круто.
Ты, кстати, СЦП стал. Я сейчас прямо в дверь, скоро уезжаю первый с вахты в село на Норильск. Интересное ощущение у тебя от того, что солнце не заходит. Привыкаешь. Постоянно бодрствуешь ночью. Слушай, ты дракон. Да я не дракон. Вашу же мать. Он, кстати, не забудет. Хотя, ладно, не буду это говорить. Да как тебя называть? Что ты нахуй такое? Ох, зря. Блять. Мы камни. Показывает на бензин, блять. На топливо. Блять, ну в сунике быстро разбирается он. Так неинтересно. Да, три выстрела и все, готов. Три выстрела и, бля, минус дракон. Ну ладно, зато повеселились. Ну, уника, дракон 1-0. Три выстрела. Драконы бессмертны. Там чел кричит. Нет, что вы сделали, уроды. Я тебе говорили, что когда стрельба, не было нехуй рпшить. Ну, я просто не знаю, как на это реагировать. Ну как? Админу нужен раунд 2. Бля, а кто на админе? А кто тут есть? И ну я. А ты меня драконом делала? Ну да. Пора дать ГСБ раунд 2. Три выстрела суники. У меня тут РБ барин тайпани. Для дракона смешно. Это младший дракон. Бля, ну три выстрела суники, это пиздец. Ну типа это очень слабо. Бля, я пришел в бар, говорю, налейте мне выпивки. Пусть брат старшему брату Джосси передастся. Ребята, на следующий другой написывайся, что ли? ГСБ наказать. И буду в баре бухать. Да, ну превращаться в дракона круто на самом деле. Дракон Драконыч. Да я даже агрессировать не буду на старшем, типа буду спокойно передвигаться.
Трах-трахыч. Нет, только существует только залуп-залупыч. Доброй ночи. Ух, блять, а что он делает? Fire come with meteors. Lava sloop. Стой, 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 блядь, да стой, ты не убегай, не убегай. Не убегай. Теперь это мой мостик. Бля, я буду реально как дракон. Они же приватизируют места. You are no shopping. О, в натуре как Фиона, блядь, будешь. Влюбленно смотрит. Ты. Туда, блядь. Туда. Ты. Туда. Дракон. Бля, я не понимаю, как работают скиллы его. Ярнов свупинг и таргет, типа. Вам нужно выбрать таргет. А как? Альт-клик не работает. А, не работает. Ух, ебать, это страшная сила, блять. Блять, это пиздец. Не, надо прекращать. Но они меня будут хуярить, типа. Все, все, да ну нахуй. Там раунд еще идет, блять. Шахтер пришел. Уебу в техе, блять. Не, это слишком сильная мощь, мужики. Чересчур мощная. Да там раунд еще идет, типа. Там же антаги есть, блять. Не, это чересчур мощная мощь. Прям это пиздец разрушение, блять. Надо в космос съебываться. Слышишь? Ну, слышу. Ну, допустим. А это что? А, массивная фаер-атака, блядь. Все, я посижу, пожалуй, здесь. Не трогайте меня. ТП-шнемся, давайте. А вот и пермабрик. Ладно, я буду просто сидеть здесь. Бля, ну это чересчур мощная сила, типа. Прям вообще. Вон тут выращивать всякое можно. Вот смотрите, целая фауна.
Блять, ну стой, стой, стой. Ну я за деревцем спрячусь. Может, мне золото начнут носить, и я тут обоснуюсь? Мне повезло, что в самом начале допроса тебя не усадили шприц-семёта, смесь нейротоксин, цианид и остальные. Мне кажется, без дракона стоило защитить цивильный дворец, включённый мозг ГФСИ. Эту хрень для самосчет сделал, мне антаг угрожал в начале раунда. Ну и к чему мы пришли? Кто мы? Будешь тут жить? Кивает. Ничего не поняла. Ищет блестяшки. Дракон усмирен. Круто. Ищет блестяшки. Ищите блестяшки. Да надо заканчивать уже, 2 часа ночи, ребята, блять. Голосом Дроздова. Сейчас можете взять дракона в своей естественной среде обитания. Как вы же поняли, любит тех тоннелей и блестяшки. Это блестит? Да. Кивнул. Одобрительно кивнул. Ебать. Он усмирен. Оно пыталось меня сожрать. Рычит. ГСБ, вам лучше уйти. Бля, ну если прям жесткий пиздос устраивать. Ты шо это вообще? Вы его контролируете? Ну. Очень злобно рычит. О. Это мне? Не хватает осла и Шрека, блять. Уточните запрос. Отрицательно кивает. Показывает на место. Одобрительно кивает. Алиса к Перми. Погладил Эллен фон Шмидт. Дрожит. Сейчас, дракончик. Отрицательно кивает. Дураки, он не дышит. Вопросительно смотрит. Хотят навести суеты.
суета. Ноп. Ноп, 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 ноп. Туда. Ты, иди в кроватку, блять. Ухмыльнулся. Блестяшки. Стоп. Блестяхи. Варден, покиньте перму. А это еще кто? Шотмайнер. Не, ну это реально сочная чикса для эрб. Слешме смотрит на дракона. Это осел написал. Сюда. Твое место у кровати. Сейчас, да. Ну что, дракон? Они первые начали, но я дальше первой брига не уйду. Больно мне.
Тяжело им, конечно. Это правда. Ой, пизда. Ебать, ультанул нахуй. Ультанул. Это мини-игра, типа. Эх. Но они сами сюда приходят. Я не выйду отсюда. Я сидел бы здесь мирно. За 4 минуты станции захуяли бы на раз-два. Возможно. Зачем на другом? Рыцари, рыцари. Все, больше не приходит. А носили бы блестяшки и сидела бы здесь Эллен. Ничего бы не было. А там тип пришел такой, ну я тебя сейчас захуярю. Еще один, ёб твою мать. Хиро. Это Дмитрий Бумер, я же его уже хуярил. Еще раз что ли захуярить? И ладно. Ладно, второй раз. Я знаю. А нечем лечиться. Вообще нечем. Да я не выйду из пермаплига, блядь. Ну это такой сильный, типа, сильный перс оказался. Это дракоша покрепче, вы чё? Он впитывает вообще шикарно. Жалко, он орать не может. Типа рор какой-нибудь. Батл рор. А там скоро этот. А не, подожди. Ну, в принципе, все по драконьему сеттингу. Драконы с логово, всякие новоявленные герои пытаются помешать ему спокойно спать. Попробуй поесть. Подождите, меня что выкинуло? Ой. Будь на смене Магомед, ты бы уже кончился. Я не спорю. А, вот-вот он, драконий крик. Еще разочек. А, вот, может, меня поэтому...
Может, я поэтому этот кикаю, типа, потому что рор хотят сделать. Да не, я останусь, типа, у дракона есть свое логово. Мехи еще не приходили, кстати. Но я близок к смерти, на самом деле. Да нет, а там все приносили блестяшки. Просто один тип начал геройствовать, и ну и... Нахуя? Сколько типчиков полегло, просто так. Может улететь в космос? Будет ли серия на ютубе? Yes. Ну я уточку реально возьму. Буду рядом с уточкой, точнее, сидеть. О! Это мне? Кушает. Я тот шахтер в школе стильный за раунд, от меня уже 3-3 отлетело. Ну привет. Пиздец, ты понимаешь, блядь, меня? Слышь? Да. А. Какой-то умник притащил, блядь, слаймов нахуй на станцию. Ну просто ебать отлагало. Штук 500. И когда люди нажимают правой кнопкой на это дело, ебать, лагает безумно. Все начали нажимать теперь. А я дракон, я засел в пермобриге, теперь это мое логово, блять. Но пришли герои и умерли. А я просил блестяшки, чтобы не носили. А еще у меня была Фиона. Была, но она съебалась. Хуёвый ты дракон. Так, блять, первый раз. Я приносил подношение, ты видел тех самых червей? Червей? Нас не интересуют черви. Они убили мессию. Который в стенах. Ты понимаешь меня? Да. Камень наградил тебя. Черви наши проклятые враги. Они поедают камни. Я подойду? Конечно. Если ты не желаешь мне зла, то чего тогда тебе меня бояться? А, так вот почему серф. Так вот почему я вылетал нахуй. Это из-за слаймов, охуеть. Ложище, пиздец. Адские. Пусть админы удалят просто. Да я уже попросил. Ну уже поздно, никто может не заметить. Надо узнать, какой это раунд, запомнить, сколько он длился в точности. Раунд ID 38223. 38823. 38823 раунд. Обнял. Ты добр. Хочешь нажму сейчас? Не ты надо. Раз проверишь. Да, пиздец, а что будет? Нажал, ебать. Входится нормально? Ну да, вроде. Да? Угу. Странно. Пиздец. Мне пора. А где, говоришь, слаймы? На шаттле. А им огнем, огонь им что-то делает? Не знаю. Огня нет. Сейчас будет.
Если я успею. Опять кто-то нажал. Опять лаги. Ну все, пизда. Это перматч нахуй. На все. Вообще шу есть. А кто это сделал? Сейчас узнаем. Радо, спасибо за рейдик. Он не сознал. Асмодеус. Ну давай смотреть. А, у нас тинелинги были. И один ушел даже с гринтекста. Охуеть. Да, и эти чинжлинги, это же эти. И награды. Да, жестко. Трейтеры. Тиф инженера убили. Обязательно шаттли сделал. А, Эллен фон Шмидт был антагом в РД. Про сука. Чертежи. Хочешь быть драконником? Не люби принцессу. Эллен, мертвые сушники. Живые шахтерисы. А ты, я тебя не вижу что-то. А, я наебал. А, ах ты обманщик грязный. Я думаю, зачем ты мне об этом вообще сказал? Да, я да. Цель ГП. Кравмагу. Угу. Ебать, два гринтекста уже. Стилхэн телепортер, стил... О, ебать, ебать, посмотри, какие у капитана были цели. Капитана? Ну да, Лина Форстер. Ну, это в Рио, это ГП. А. Ебать, мем. Украсть телепортер, который был у капитана, да? Да, и украсть диск. Пиздец. И то просто взял. И то вообще легко. Жестко. Ты выполнил цель. Я? Неси веру всем людям. А, да, кстати, да. Что? Да, у меня, типа, я пошел гейтером, я там нашел какие-то волшебные камни, короче, которые меня, блядь, превратили в дракона, потом меня убили, блядь, с трех выстрелов уники. Я попросил админов, типа, старшего брата позвать. Я пришел, сел в пермабрик, и туда просто герои, сука, ходили, блядь, умирали. А что тебя опять с уники не расстреляли? А, потому что я стал старшим драконом. И вот так просто... ты был младшим? Да, я был младшим. Младшего вообще легко. Я ходил, я всем руки пожимал весь раунд. Потом метеоры въебали, кто-то поменял стены на спутники и на обычные вместо укрепленных. Снял все обычные, поставил все укрепленные, следил за подачей воздуха. В баре менял расположение труб, блять, вентиляции по просьбе товарища. Короче, весело было. Да, ладненько, давай, спокойно. Давай, добрый, спасибо за игру. Ну шо, чат? Подожди, что понятие, сука, нихуя не понимаю. Надо дольше посмотреть. Нет, ДБД не будет, мужик, я устал, 8 часов стримлю. Все, я свою смену отработал. Давайте кого-нибудь рейданем. Я знаю кого, Саню Вудуша. Что ж, спасибо всем огромное, ребят, кто был на стриме. Спасибо всем большое за сабы, за ресабы, за подарочные сабы, за донуты. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами завтра. Приходите. Саньку, привет. А я пошел чилить. Пока. Доброй ночи, будьте здоровы. Сладких снов.